Всем привет, ребят, на связи Манчестер, и сегодня я хочу показать вам нашего бота по вайтлистам, как он работает. Бот работает через искусственный интеллект, то есть, что это означает? Мы должны добавить в бота токены и ID Discord аккаунтов, минимум 2 аккаунта, и они начнут общаться между собой. То есть это экономит ваши деньги. Также вам не надо искать миньонов и думать о том, что они могут украсть ваш аккаунт. То есть это очень выгодно. Также бот стоит $20 за 3 дня, $50 за неделю, и за $200 вы можете приобрести доступ к боту навсегда. Итак, давайте я покажу вам, что нам надо сделать, когда мы получаем доступ к боту. Нам необходимо будет достать токен. Что для этого делать? Мы заходим в друзья, жмем правой кнопочкой мыши и нажимаем посмотреть код. Открывается код, ждем, пока прогрузится. Выбираем Network, вводим /API и жмем Ctrl-R. Сейчас она у нас прогрузится. Так, ждем. Жмем на Science. И ищем Authorization. То есть это и есть токен от вашего Discord аккаунта, который нам нужен для бота. Я его сейчас записываю в блокнотик. Теперь нам нужен ID. Сейчас я покажу, где его брать. Чтобы взять ID, нам надо будет сначала включить в настройках режим разработчика. То есть переходим в Advanced, и надо, чтобы вот эта кнопочка была зеленой. Ну, у меня она и так была, но у вас, скорее всего, нет. Поэтому ставим ее на зеленую и погнали дальше. Пишем что-нибудь в любой чат. И потом правой кнопочкой мыши жмем на наш ник, и у нас появляется копия ID. Мы выбираем его, копируем и вставляем в наш блокнотик. Такие же операции мы сейчас проделаем и со вторым аккаунтом. Опять же идем домой, жмем правой кнопочкой мыши по друзьям, посмотреть код. Опять же выбираем Network. Вводим /API и Ctrl-R. Ждем, пока прогрузится. Выбираем Science и опять же Authorization. Вот он у нас тут. Жмем копировать и заносим в блокнотик. Теперь опять идем за ID. Сейчас все лишнее закрою. Что-то пишем. Опять правой кнопочкой мыши и копи ID. Вставляем ID, все отлично. И теперь нам осталось взять только ссылку на чат сервера. В моем случае тут будет main чат. Обязательно все делать через браузер, чтобы вы могли взять ссылку на чатик. Вот прям тут выбираем ссылку, нажимаем копировать и заносим в блокнотик. Все, все подготовления завершены. Теперь мы идем в бота. Бот у нас находится в Телеграме. Это очень удобно. Жмем Add Token и вводим cooldown. Я вам советую выбирать 1-2 минуты, потому что если будет меньше, то вероятность банов будет больше. Вот так. Кстати, еще одно уточнение. Если один аккаунт банится, то через час на его место приходит другой аккаунт, и система не останавливается. То есть не надо опять делать отмену, то есть отключать бота и искать аккаунт, который заблокировали. Оно все меняется само.
Если блокирует второй раз, то оно меняется сразу же. Это вообще очень хорошо. Так, заговорился я, вводим кулдаун. 1 минута. Теперь ссылку на канал, мы ее брали. У меня уже она есть, скопирована. Теперь вводим токен, берем его из блокнотика. Мы уже все заранее с вами подготовили. Токен. И ID-шку. Также сейчас это необходимо будет проделать со вторым аккаунтом. Токен добавлен. Опять жмем Add токен. Cooldown 1 минута. Кстати, если вы выберете на одном токене 1 минуту, а на другом 2, то все аккаунты будут работать по 2 минуты, потому что он выбирает большее время. Опять же, ссылку на канал. Вот мы ее копируем, вставляем, все хорошо. Токен. Берем его. Так. И ID-шку. И сейчас я все добавлю. Мы уже почти закончили. Сразу запущу его. Так. Токена добавлено. Когда у нас добавлено минимум 2 токена, мы можем нажать Start Parsing. Напоминаю, токенов можно добавить до 50. Так, жмем. Бот пишет «Начинаю работу». И сейчас подождем немножко. Сами все увидите. Вот. Напоминаю, бота можно приобрести у нас. Он стоит $20 за 3 дня, $50 за неделю и $200 навсегда. Вот видим надпись «Все токены отработали», то есть он уже отправил по одному сообщению с каждого аккаунта. Они там немножко пообщались. Вот. Ну, думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. За покупкой бота пишите любому из администраторов. Всех обнял, всех люблю.